У общественного совета микрорайона Северный и Куйбышевского района задач по решению наболевших проблем очень много. Новые тротуары, детские площадки, ливневки, благоустройство дворов, торговых площадок, организация досуга детей в летнее время. Делать надо все. Теперь в деле наведения порядка у районной власти есть помощники, единомышленники в общем деле. Это неравнодушные жители, которые знают проблемы района и отдельного микрорайона до мелочей. От сломанной лавочки во дворе до методики воспитания и образования в детских садах и школах. Новый устав Самары дает возможность жителям, объединившимся в общественные советы, открывать глаза на проблемы и предлагать пути их решения. Это та самая первая ступень власти, которая ближе всего к людям. В общественном совете Северный учителя, воспитатели, представители силовых ведомств, общественники. В составе совета и руководитель благотворительного фонда спасения Арсений Шепс. Помогать детям, образовательным учреждениям – миссия, которую фонд ответственно несет более 2 лет. И результат такого труда – многочисленные обращения и благодарности простых людей.